Доброго вечора. Чи можлива євроінтеграція під час війни? Про це і не тільки будемо говорити з гостем студії, радником по зв'язках з громадськістю та політичних питань представниця ЄС в Україні Пером Енерудом. Вітаю вас. Дуже приємно. Взаємно, і ви не вперше вже в цій студії. Не вперше. Шановні глядачі, можете задавати свої питання за телефоном 617-107, і заради зручності нашого гостя я перейду на російську мову. І так от, за ті прошедші 4 місяці, коли ми вже общались в цій студії, пройшло дуже багато событий, і, к сожалению, в основному нерадосних. Последнее время резко обострилась ситуация на Донбассе, и сейчас много украинцев задают вопрос, вот почему после трагедии в Париже реакция была мгновенная, жесткая, и никто не призывал к переговорам с убийцами. А вот когда террористы убивают украинцев, и уже, к сожалению, жертвы исчисляются тысячами, Европа выражает обеспокоенность. Вот что бы вы ответили на такие обвинения? Это, конечно, очень сложный вопрос, надо сказать. Я думаю, что здесь очень, очень сложные механизмы. Во-первых, я думаю, что самое главное, скажем, объяснение, это, конечно, что здесь мы видим достаточно медленные процессы. Мы видим, что города, села, целые районы подвергаются обстрелам уже месяцами. События в Париже, это была молния, это вот абсолютно неожиданное явление, вот когда вооруженные люди вторгались в совершенно мирную редакцию. Это было из ряда вон такое событие. И поэтому количество жертв, в принципе, одно и то же, как, например, Волноваха. Ну, скажем, контекст событий очень разный. Я не хочу оправдывать, скажем, может быть, вялые реакции Европы или европейцев. Я думаю, что просто в этом объяснении, из, скажем, медийного перспективы. Сегодня Верховная Рада назвала Россию страной-агрессором и призвала международных партнеров не допустить безнаказанности виновных вот в тех преступлениях, которые были после начала российской агрессии. И это обращение адресовано всем основным международным структурам. Вот, например, бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо, он откровенно сказал, что да, Россия ведет войну в Украине. Но очевидно, что действующие чиновники, представители власти европейской, они не могут себе позволить такой откровенности. Вот, скажем, вот этот очередной призыв Украины, как вы считаете, Европа услышит? Я думаю, что услышит. Я думаю, что Европа старается всячески найти подходы к решению, к акции к этой ситуации. Какие именно акции, это абсолютно невозможно сказать. Но мы же видим, что реакции из Европейского Союза, из всех уровней официальной Европы очень резкие и очень категоричные. Так что идет и продолжается процесс. Когда вот могут сказать так или иначе, я не ручаюсь сказать. Ну, относительно сроков, лидеры стран ЕС призвали рассмотреть новые санкции против Кремля. И, по их мнению, убийство мирных жителей во время обстрела Мариуполя – это доказательство того, что Россия поддерживает сепаратистов. В Украине это уже давно всем очевидно, но хотя бы, что, скажем, понимание этого приходит и за рубежом. Как вы думаете, можно ли ожидать усиления санкций вот на саммите ЕС 12 февраля, называется такая дата? Ну, совершенно мне невозможно сказать. Как вы знаете, вот все эти решения принимаются единогласно. 28 стран должны согласиться, 28 министров, 28 парламентов. Это очень сложные вопросы. Поэтому, конечно, одному человеку, если, скажем, Евросоюз был какая-то зеркальная Россия, если в России, Европе сидел какой-то там зеркальный Путин, тогда вот все очень быстро решается. Но Европа не диктатура. Это демократия. И самое, скажем, самое лучшее с демократией, самое сложное с демократией, это что это медленные процессы. Поэтому Европа просто физически не могут реагировать так, как авторитарное общество. Это плохо? Нет. Это хорошо? Не знаю. Но это совершенно другая организация. Это невозможно ожидать такие срочные, быстрые, оперативные ответы, к сожалению и к счастью.
Украинцев также беспокоит, что очень активно... Так что вы тоже обеспокоены? Естественно, как иначе. В нынешней ситуации беспокоены все, и, к сожалению, это постоянное ощущение. И вот украинцы еще взволнованы тем, что, ну, очевидно, очень активно работает российское лобби в Европе. Пытаются вот те санкции, которые были введены, снять, ослабить, отменить. И вот, например, была информация, что комитет ПАСЕ вроде бы рекомендовал отменить эти санкции, что российская делегация сумела добиться каких-то локальных успехов. Вот по вашему мнению, насколько, скажем так, успешна эта деятельность российской пропаганды, российских так называемых дипломатов, российских денег, будем называть вещи своими именами, потому что есть и прямой подкуп. Насколько это, скажем, проявляется в Европе? Я не сомневаюсь, что происходит очень активная работа с этих организаций. Спору нет, я ее вижу. Но я не стал бы переоценивать эту работу. Я думаю, что, например, российская пропаганда, она эффективна в первую очередь в тех странах, где существует очень большое русскоговорящее меньшинство. Например, в странах Балтии, в некоторых частях Германии, может быть, Молдове. Но для, скажем, среднего европейца вот эта пропаганда особо недоступна. Вот я бы не стал переоценивать ее. Тем не менее, конечно, нужно всегда вот знать, что вот существует дипломатическая так называемая игра. Я это слово очень сильно не люблю. Я считаю, что речь не идет об игре. Люди умирают ради этой игры. Тем не менее, вот существует круг, где воспринимают такое, скажем, общение, как игра. Это факт, который приходится констатировать. Как противодействовать? Это противодействуется по всевозможным уровням. Мы, например, я и мои коллеги, мы ежедневно сообщаем о всех деталях. Никто в европейских структурах, ни в национальных парламентах, ни в национальных министерствах, ни в европейских, общеевропейских кулуарах может говорить, что мы не знаем, что происходит. Все знают, все действуют, все ищут ходы и методы работать. Но это нелегкие вопросы. А насколько влияет технология России подкупа европейских чиновников, официальных лиц. Это даже термин такой появился, шредеризация по имени бывшего канцлера Германии, который потом устроился в «Газпроме». Россия не жалеет на это денег, какой бы у нее самой не был экономический кризис и проблемы, но на то, чтобы, скажем так, умаслить европейских политиков, деньги всегда найдутся. Такой завуалированный косвенный подкуп, насколько этот фактор влияет? Совершенно не могу сказать. Я не могу сказать, в какой степени вот такой прием имеет место и в какой степени такой прием успешен, в какой степени мы можем видеть, в какой степени Кремль может видеть результаты такого приема. Я не скажу, что вот европейская политика поддерживает российские акции сейчас. Поэтому в какой-то степени это пустая трата их денег, я бы сказал. Когда мы говорим, насколько вот пророссийские, европейские политики могут как-то переломить вот эту тенденцию, в частности, много говорилось относительно Греции, где такая довольно популистская партия лидирует на выборах, и она откровенно декларирует пророссийские цели. И, скажем, тут не только вопрос Россия, Украина в целом, ну, звучало такое мнение, что это может поставить под удар единство Евросоюза. И, кажется, даже Ангела Меркель высказывалась по этому поводу. Как вы считаете, могут, вот вы говорили, что решения, естественно, принимаются консенсусом, единогласно. Может ли слабое одно звено, ну не хочется говорить паршивая овца, но тем не менее, вот скажем, когда, например, одна-две страны, вот у них официальный курс будет другой, и это повлияет на позицию всего Евросоюза. Естественно, это всегда так бывает, но вот история показывает, что вот уже больше 50 лет вот эта методика работает.
всегда найдется способы решения вот этих конфликтов. Но всегда, ну, конечно, существуют конфликты между европейскими странами. Весь Евросоюз создан как инструмент решения конфликтов между европейскими странами. Естественно, когда одна страна есть какая-то другой подход, чем другие страны, ну, приходится тогда договариваться каким-то образом. Я думаю, что тоже надо заметить, что новая партия, которая победила в Греции, Сириса, на самом деле немножко не так говорила. Она не вполне поддерживает Россию. Она, эта партия, отказывается от санкций как прием вообще против любой страны. Они считают, что это старомодная методика. Так что я думаю, что вот тут есть пространство для того, чтобы договариваться. И в любом случае меня это абсолютно не волнует. В декабре прошлого года депутаты поддержали законопроект президента и отменили внеблоковый статус Украины, однако в НАТО не спешат раскрывать Киеву объятия, оказывать ему поддержку. Вот что вы думаете относительно евроатлантических перспектив нашей страны, как представитель нейтральной Швеции, которая не собирается вступать в НАТО, ну, правда, у нее рядом нет России? Ну, как не рядом, у нас через немножко море. Дальше. Через море у нас Россия тоже. В любом случае, это решение между евроатлантическими партнерами и Украиной. Я считаю, что это немножко не так, с моей стороны, приходить и сказать, что Украина должна так или сяк поступать. Вот я здесь работаю с мая, я вижу, что вот Украина вполне способна принимать самостоятельные и умные решения. Вот этот вопрос как раз должна находиться в руках у украинцев. Вот это Украина решает, какому блоку и какими внешнеполитическими решениями. Вот тут и весь соль этого конфликта. Одна сторона вот этого конфликта не хочет дать Украине это разрешение. Ну, скажем, Россия не хочет видеть Украину в составе других организаций. Это недопустимо. Если Украина хочет быть членом НАТО, она должна стараться делать все, чтобы достичь те требования, которые НАТО ставит на свои члены. Если Украина хочет стать членом ЕС, то же самое. Это решает Украина. И никто вне Украины, ни в Европейском Союзе, ни в России, ни в Армении, ни в Финляндии, ни в Швеции, нигде. Это украинский вопрос. А вот как насчет нейтральных стран Европы? Потому что последние события, агрессия России заставляет тоже многих задуматься. Вот была информация, что и Финляндия вроде бы подумывает пока предварительно относительно присоединения к НАТО. И вот бывший посол Швеции в России Тумас Бертельман говорил, что Европа может только общими усилиями противостоять реваншизму Кремля. И высказывался в поддержку вступления Швеции в НАТО. Вот, ну, просто интересно, на вашей родине, как вот настроения изменились после событий в Украине? Не задумались ли шведы? А возможно, и нам нужны дополнительные гарантии безопасности? Ну, Швеция, вот, конечно, вот происходят такие дискуссии. Сейчас как раз парламент решил открыть такую, скажем, комиссию, которая будет изучать вот этот вопрос. Что это значит? Какие плюсы, какие минусы? Ну, что это? Какие преимущества это могло бы иметь? И какие недостатки? Каким образом это влияло на нашу национальную безопасность. Вот на таком уровне обсуждается вопрос. Я не думаю, что, ну, есть явная тенденция к больше, скажем, пониманию членства НАТО в шведском населении после события, которое происходило в Украине. И, к сожалению, сейчас происходит. И которое происходит. И ведь шведская общественность достаточно сильно чувствует какая-то, скажем, знакомство с Украиной. Это соседнее государство с Россией, Швеция тоже соседнее государство с Россией. Если один сосед не может быть защищен от агрессии, ну, с какой стати мы можем на это рассчитывать? Так что поэтому в какой-то степени мы очень сильно следим за то, что происходит в этой стране. Путин заявил
недавно, что на Донбассе воюет не украинская армия, как он выразился, легион НАТО. И это очень напомнило вот историкам речь Молотова 40-го года, который, оправдывая советскую агрессию против Финляндии, говорил, что, мол, за финнов воюют иностранные империалисты. И если уж проводить параллели, то тогда СССР был готов и хотел не только Финляндию захватить, а, возможно, и Швецию. Такие планы тоже рассматривались, потому что Швеция была стратегическое сырье. Вот не кажется ли вам, что Кремль четко дает понять, не маскируясь уже, его враг в его глазах не только Украина, но и Запад в целом? Ну, это достаточно четко сказано в российской военной доктрине, которая была принята вроде в прошлом году или позапрошлом году, я уже забыл. Последняя военная доктрина, ну, определяет НАТО как, и Америка как главный, скажем, стратегическая угроза к интересам России. Так что это даже без Украины вот это уже сказано в российской военной доктрине. И такое тоже уточнение, просто интересно. В Швеции, скажем, вот, ну, среди историков, ну, людей, которые интересуются, скажем, задумались над тем, что получается, вот, если уже мы вспомнили войну зимнюю 39-40 годов, что, возможно, и Швецию в том числе от оккупации спасла линия Маннергейма, от соседняя Финляндия, потому что действительно угроза, получается, была и Швеции тоже. Ну, в какой-то степени, да. Вот у нас же очень было мощное движение волонтеров из Швеции. Очень много тысяч шведов отправились воевать в Финляндию. Был такой лозунг, что дело Финляндия наше. И Швеция поставила очень большое количество военную помощь. Ну, целый военно-авиационный полк отправили туда, в Финляндию. Поэтому, конечно, в какой-то степени, да, действительно вот так воспринималось. Но, скорее всего, это было общее, ну, шведская, скажем, общественность восприняла вот Советский Союз и фашистская Германия, это была угроза общая, не Россия, а вот советская промышленная индустриализация, как бы, которая угрожала нашей стране, нашей северный образ жизни. Раз уж мы вспоминаем события Второй мировой войны, потому что, к сожалению, очень много аналогий с нынешним временем, и в частности, вот сегодня Международный день памяти жертв Холокоста, и, очевидно, этот урок, который никогда не нужно забывать, чтобы это не повторилось. Как вы считаете, понимают ли в Европе, что Путина надо остановить сейчас? Вот как Гитлера в 38-м в Мюнхене, не идти на уступки, не пытаться умиротворить. Иначе вот снова история может повториться, и российские войска могут появиться в Прибалтике, в Польше и пойти дальше. Я считаю, что это неправильно сравнивать Путин с Гитлером. Вот те сходства, которые можно найти, все-таки меньше, чем те большие различия. Я думаю, что в любом случае, каждый кризис нужно по-новому, скажем, с нуля. И не всегда вот ссылаться на то, что происходило раньше. Не имея в виду, то есть надо, конечно, знать и иметь в виду прошедшие опыты, что тогда случилось. Но в первую очередь нужно идти решение современных условиях. Вот война, которая сейчас происходит, тоже не похоже на война, которая происходила 70 лет тому назад. Это совсем другие условия. Хорошо, тогда вот можно, скажем, не вникать в очень дальнюю историю, а вспомнить недавние события. Вот после развала Союза была война в Чечне, была война с Грузией в 2008 году, захват части грузинской территории. При поддержке Москвы было создано Приднестровье в Молдавии, Карабахский конфликт, понятно, что без вмешательства России там тоже не обошлось. Теперь война с Украиной, в Прибалтике были погромы из-за переноса бронзового солдата, и, возможно, только членство в НАТО позволило избежать более серьезных событий. То есть тенденция абсолютно очевидна. У всех практически соседей России с этой страной проблемы. Ну, не может так быть, что все они плохие. Одна Россия хорошая. То есть, как говорится, есть
один катализатор постоянных конфликтов, который, естественно, никуда не девается. Это, возможно, в этом аспекте. То есть Европа не отреагировала на события в Грузии. Не было особой поддержки. Как-то тоже говорили, что и одни виноваты, и другие виноваты. Ну и все это затушевали. И вот, возможно, потому что в Грузии не было такой жесткой реакции, вот теперь случилось то, что происходит в Украине. А если по Украине не отреагировать, неизвестно, где Россия окажется завтра. Да, это, конечно, видно, но я думаю, что тоже вот это то, что вы говорите, это тоже подтвердит, что речь не идет о Путине. Мы видим совсем другие механизмы. Ваш список, который вы предоставили, можно начинать гораздо раньше, с 1939 году, когда Россия создала, скажем, своя Финляндия, вот, чтобы атаковать на Финляндию. Финляндская демократическая республика. И, кстати, тоже очень созвучно звучит, как сейчас, Донецкая народная республика, Луганская народная республика. Опять-таки исторические параллели. Так что я... Вы извините. Есть тенденция и в европейском перспективе, и украинском связывать очень много лично с Путиным, с нынешней властью. Но мы видим ведь, что тут совсем другие механизмы. Если мы сейчас стараемся искать решение вот этого конфликта, именно что, как бы там предоставить себе, что Путин такой или сякой, мы решим не проблему, а мы решим симптом болезни. Вот я простужен, поэтому я уже говорю о симптомах болезни. Извините. После внеочередных парламентских выборов в Украине впервые появилось конституционное большинство, которое провозгласило курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО. По вашему мнению, за те месяцы, которые прошли, новая Верховная Рада уже показала делами реальную приверженность европейскому вектору или пока что это больше красивые декларации? Ну, я считаю, что это было бы некрасиво с моей стороны, вот как-то как театральный критик, как бы рецензировать работы народом избранный парламент. Я уверен, что депутаты делают все, что они могут, и работают. Мы видим, вот, что работа, которая продолжается, очень интенсивная. У меня нет сомнения, что парламент выполнять свои обязанности по мере своим возможностям. Но резенсировать я не буду. ЕС объявил вот сегодня, что готов предоставить Украине новые кредиты почти на 2 миллиарда евро, но всегда обязательным условием является проведение реформ. Вот как вы считаете сейчас, когда новая Верховная Рада, сформировано обновленное правительство, там даже появились иностранцы привлечены на должности министров, скажем так, уже обозначилась какая-то реализация практических реформ или опять-таки все пока еще больше на уровне заявлений? Мы говорили раньше о том, что демократия – это очень медленные процессы. С одной стороны, конечно, да, вот очень срочные нужно реформы делать. С другой стороны, мы, как Евросоюз и соседние партнеры, мы не хотим, чтобы эти реформы были деланы тяп-ляп. Это нужно было тщательно, подробно, грамотно и прочно делать эти реформы. И мы видим, что проводится довольно серьезная и важная работа из всех уровнях власти, на всех уровнях власти. И вот уже подводя, скажем, итоги, немного времени осталось. Скажем так, все-таки, как вы считаете, вот Украина, насколько сейчас действительно изменился этот курс на евроинтеграцию, то, о чем мы говорили, то есть с чего мы начинали, с одной стороны евроинтеграция, но с другой стороны, к сожалению, война, и никуда от этого не деться. То есть вот как совместить, и реформы нужно проводить, нужно менять страну, мы об этом говорили, но с другой стороны, понятно, что боевые действия, чрезвычайная ситуация, и она уже официально провозглашена, даже есть разговоры о военном положении, то есть вот как совместить
нужно менять страну изнутри, но в то же время защищаться от внешней агрессии. Это не, ну, это очень-очень опасная ситуация, что и говорить. Украина могла вот найти вот это, или начинать вот эти процессы гораздо раньше. Украина 23 года, 24 года скоро получила свою независимость. Скажем, вялотекучести реформной работы Украины – это вопрос к украинцам и не к Евросоюзу. Евросоюз будет поддерживать все возможные попытки не, ради, для, не для того, чтобы нас обрадовать, а для того, чтобы строить нормальную жизнь для людей в Сумах, людей в Чернигове и так далее. Это вот, вот, вот что важно, что Украина вот эти реформы делает не ради Европы, а ради себя. Ну и напоследок, коротко, вот как вы считаете, реально ли, что когда-нибудь, не будем говорить о сроках, Украина станет членом Евросоюза? Ой, это очень, вы знаете, медленные процессы. И я считаю, что ориентир надо создать внутри. Украина должна стараться выполнить это обещание своему народу, стать нормальной, процветающей страной. Вот это вот главная цель, по-моему, для реформирования украинской экономики, политические условия и, может быть, даже армии, чтобы украинец мог гордиться своей страной. Дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, не остання. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.